Всем привет, ребят. Ну что, уже полночь, мы все дальше продолжаем. Батл роллинги, не спим. Пол первого, но я все равно продолжаю выполнять заявки. Уже, честно говоря, устал с этими роллингами. У нас сейчас будет три аккаунта. Я их немножко уравняю в районе 31-32 тысяч. Первый аккаунт моего подписчика Александра с ником Дефим, который находится в гильдии Рино, босс 2030, БГ четверг, битва фортов в среду. БФ в среду, не знаю, что это означает. БФ, в общем, не знаю. Пропуски, наверное, битва гильдии или что. Атаки фортов нет, в принципе. В общем, вот как-то так. Так, смотрим, донатный у него аккаунт или нет. Аккаунт, ну это бездонатный можно считать. Два пака это ни о чем. Так, смотрим. Бум-бум-бум-бум. Его алтарь. Вот он. Неплохо. Седна. Гаргул. Отлично. Нормально, отлично. Фрейя есть. Нужен Анубис, Асура. Ну, неплохо, неплохо. Бигфутик есть. Как для такой силы для начинающего аккаунта стрелок, вполне, я считаю, неплохо. Заклинательницу бы сюда, и тоже было бы уже хорошо. Куча купидонов. Отлично. Так. Мы сразу сейчас, ребята, его уравняем, чтобы я потом уже не возвращался. Поэтому то, что мы сейчас выбьем, все не в счет. Ролим, как обычно, под Колю. Хранитель. Так, вот так вот, 32 тысячи. Побежали на второй аккаунт. Продам половину аккаунтов битвы замков. Обращайтесь. Так. Шучу, конечно же. Второй аккаунт у нас Ваня, тоже моего подписчика. Ну, в принципе, у меня все мои подписчики. С ником Ванчел Лот ДК39. Короче, еле выговорю, хрен его знает. Так, смотрим, что у нас тут. Аккаунт бездом. Так, что по героям? Тыква страдает. Отлично. В общем, та же самая практически история. Нужна Фрейя, я смотрю, Анубис есть, Седна, не Сигна, а Седна, ну герои, блин, для бездоната герои очень-очень отличные, нифига себе, огонь просто. В общем, разберемся по ходу, аккаунт, судя по всему, неплохой. Так, находится он в гильдии, находится вот он. Фаствей, первая волна, насколько я понял. Битва гильдии, атака фортов, первые, вторые. Телега, Таша 319, ВК, ИДшка 265, 20, 409. Кидайте заявочки, вступайте. Даже если он одна заявочка. Unlucky, ничего себе. Вот так вот. Тоже к нему мы вернемся. Так, тоже практически 32 тысячи самоцветов. Ну и побежали на первый наш аккаунт. Так, первый аккаунт у нас Владислава. Тут надо будет очень много всего. Ронин, Бигфут, Стрелок, Фрейя, Асура. В общем, Фрэнки, Рину, Ворожей. Силы много, героев мало. 33 тысячи самоцветов. Мы сейчас его тоже два раза вот так вот клоснем сразу. Раз, душек, два. Так, смотрим. Бездонатный аккаунт. Вот так вот под конец у нас все-таки бездонатные аккаунты. Смотрю уже, герои вообще жесткие. Анубис есть. Отлично. Ну, остальных героев, как видите, тут особо много нету.
В общем, есть что выбивать. Так, находится он в гильдии. Находится он в гильдии. Интересно, в какой гильдии он находится? Уже глаза на лоб лезут. Вот они. Гильдия Киев, босс 3-5-21, 00, Viber 067, 3-9, 18-74, ФРТ 20-00, 3-4 места, кидайте заявочки, вступайте, гильдия, судя по всему, украинская, глава с Украины. Мистер Няшка, вот так он себя называет. Ну ладно, не буду ничего говорить по этому поводу, поехали. В общем, у нас Коля, как обычно, у нас сразу падает сердцеедка. Одно очко. Три аккаунта без доната. Паладин. Ну. Два всего лишь очка. Три. Варлок. Паладин. Четыре. Везучий аккаунт первый. Четыре. Да ладно, Медуза 5. Дракула 6. Ну как-то так себе. Ночной роллинг. Все уже, короче, вчера вырыли. Так. 6 всего лишь. Обидно, конечно. Но ничего не поделаешь, это рандом. Это батл. Одержимое. Поздравляю, коробочка. Отлично, и скин. Это 7-й, по-моему, он был. В общем, Атлантикор 8. 9, 10. Ну, такое себе. 11, в общем, ребята. Забираем вот это все. Вот самое главное, что Атлантик забрали. Ну, это... Его просто нереально не забрать. Так. Получить все. Давайте ради интереса коробочку тут откроем. Целых 300 самоцветов сейчас просрем. Ну, дай какой-то топовый талант. Ну, огненная защита. Ну, такое себе. Такое себе. Тут пятерка стоит. Тут пятерка стоит. Так, я уже захрип. Ну, видите, ничего. В принципе, ну, дохренище героя можно было выбить на 30к, но мы ни хрена толком не выбили. Оставим пока этот талантик. Поехали дальше, посмотрим. Возможно, он будет победителем. Поехали на другой аккаунт. В общем, 10-11. Ну, по роллингу героев так себе. Так, аккаунт второй. Так, ну что. С Богом, как говорится. Ведьма. Раз. Душегуб. Два. Тесса. Три. Фараон. Четыре. Артешка. Пять. Красавчик с латыни добавил. Шесть. Асура. Семь. Восемь. Ну, я считаю, это уже победа. Так, что там он заказывал? На Фрею, он хотел Фрею. Так, ну, Асура есть. Сейчас посмотрим, что там у него делается вообще. Я надеюсь, Асура. Ну, тут аккаунт помощнее, согласитесь, по сравнению с тем. Здесь очень-очень прокачанные герои. И Асура у него, судя по всему... недостающий. Вот так вот. Ну, отличненько. Просто топчик. Так, а что у него? А, на ворожая талантик сразу надо ставить, чтобы он никуда его не просрал.
Поживо там нахрен не нужна. Так, ну что, поехали. Поздравляю с недостающим. Сурик, у тебя уже есть. Укротитель. 8 королев гарпий. 9. Ну согласитесь, здесь поярче падает. 10. 11. Еще один Асура, блядь. Ну что за подстава? 13. Лучше бы там выпал. Чтобы был какой-то интерес. Ну, видите. 14. Да. 15. Ну, тут нужна ему Фрейя. У него, блин, герои это офигенные. Как для без доната. 16. 17. Ну давай на 5К. Ну, видите, все, рандом закончился. 18 и все. Вот так вот, ребят. Ну, поздравляю, два Сурика собрали. Получить все. Так, сразу сделать ему смену. Хотя, в принципе, он опытный. Я смотрю, что тут он себе уже сам определит, кого он использует. Вон, что он там что-то свое хочет. Но ведь тут однозначно напрашивается ворожей. Аккаунт у него, блин, для бездоната просто огонь. Красавчик. Так, окей. Поехали на третий аккаунт, который сейчас решит, кому же сегодня придет последний конь. Так. Александр. Силы мало, зато донатный. Вот так вот. Поехали. Надеюсь, места у него есть. Заклинательница. Рыцарь. Одержимый сразу, пожалуйста, коробка. 4. Хотя нет, 5 этот за 2 считается. 6-7. Бог грома 8. Вот они пришли места. Ведьма 9. Вот смотрите, 10К и мы 10. Мы уже больше выбили, чем на самом первом аккаунте. Как так? 11. Призрачный. Гаргул. Сердцеедка. Люблю я тратить самоцветы в таком режиме, в быстром темпе, а не сидеть растягивать. Ну, смотрите, падает. Падает, но падает как-то так себе. Медуза. Имка. Блин, магазины падают тут. Это западло. Бульдозер. Валька. Ведьма. В общем, ну вот так вот, ребят. Забрали коробочку еще. Этот аккаунт донатный. Но, как видите, все-таки удача получше была, чем на предыдущих. Не особо, скажем так, лучше. Но тут есть и Фрея. Как видите, аккаунт развивается. Так, что там мы понавыбивали? Сейчас посмотрим. Может, что-то недостающее. Хотя я сомневаюсь, но... Сейчас посмотрим. Так, две коробочки у него уже есть. Заклинательница как вариант. Так. Заклинательница, одержимый. Так. Оу, одержимого что ли нету, что ли? И заклинательницы нету. Может, там еще кого-то нету, я уже просто не соображаю. Время позднее. Сейчас мы сделаем так. Да, заклинательницы, видите, заклинательницы у него нет. И одержимого у него нет. Ну что, поздравляю, две легенды, в принципе, тебе помогут на подземках однозначно.
Ну что, победитель у нас первый аккаунт. Будем ждать уже выходных. Поздравляю, запишу его на ход конем на интересные акции. Все, пишите комменты, подписывайтесь, обязательно участвуйте в акции на Огнекрыло. Всем пока.